Это швейцарский шоколад, которого здесь в пачке 300 грамм. Упаковка бумажная, состав вполне адекватен. Купить в РФ практически нельзя. Форма прямоугольная с разделением на квадратики и вкус без приторности. Есть орехи и начинка в виде изюма, который расположен крупными или мелкими кусочками. В руках, правда, таять будет слегка. Является весьма ароматным, нежным. Ломается очень удобно и без крошек практически. Упаковка общая – это бумага с полным описанием товара, также энергетической ценностью на порцию и 100 грамм. Нежная, приятная сладость для любителей именно молочного шоколада, толстая по форме. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео, и, конечно, смотрите дальнейшие работы. Спасибо за внимание. Это швейцарский шоколад, которого здесь.